Знания приобретаются по сунне, живой учитель, живой ученик. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучал своих сподвижников, как те свое следующее поколение, следующее, и как дошло до нас в наше время. От живых учителей, вот эта связь до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если нету, то эти знания нельзя принимать, дорогие братья. Поэтому у Айсия, вот, к примеру, Абул-Хасан Харкани объезд Бастами не видел. Объезд Бастами, это сильно идет Джафару Садыф, объезд Бастами. Объезд Бастами и Абул-Хасан Харкани друг друга не встречали. Но от него сильно к нему переходит. По сильно идет объезд Бастами, Абул-Хасан Харкани. Между ними 30 лет разница. Абдул-Халик Иждуани, Баудин Бухари не встречались. Раухания, Рух пришел Рухом, Абдул-Халик Иждуани, Зикру Калбия научил, отдал, который Хизри, алейхиссалам, ему передал, научил Баудин Бухари. Эта адская дорога, она руханийская. У нас есть сельсиля, которые идут беспрерывно. Кто я, чтобы сидеть перед людьми, если бы не сельсиля? Я такой же, как и вы. И какая разница между мной и вами? Я и людям много об этом говорю. Шейхи, входящие в цепочку сельсиля, отвечают за это. Есть сельсиля, которая идет оттуда, от самого пророка, саллиллаху алейхи вассалам.